меняем свинкам в клетке, убрали старые пеленки вот в коробку. Это я постелила новые, чистые. Еще мы не посыпали их опилками. Они просто обожают чистое. Конечно же, они пришли изучить ситуацию, что здесь. Прошлись. После того, как опилки постелим, то вообще будет радость. Вот я убираю, они у меня тут поза ногами ходят. Еще нужно осторожно смотреть, чтобы не наступить. По моим ногам перешагивают. Вот, под веником сидят. О, начальница. Вот что делается. Раньше и к ногам боялись подходить. А сейчас вот. Вот они что вытворяют. Ну, давайте дальше будем убираться. Так. Конечно, там хорошо, мягко, свежо. Сейчас мы последим за ними. Они нашли здесь новую лазейку. Вот сюда забегают и там сидят. Это у них новое. И здесь наделали делов. Новое место пометили. Теперь туда будут лазить. Ну и, соответственно, в то место они любят. Там сейчас у них уже бардак. Небольшой. Угу. Сейчас посмотрим, куда они еще побегут. Сейчас мы будем сделать у нас, пока за ними следим. Так, ну ладно, сделаем вот такой им ход. Еще подправим здесь. Их не раздави. Они по ногам бегают. Так, ну отключайся, потом сделаем, если что интересное, что тут уже показывают. Я сейчас пас. Сейчас мы еще посмотрим, что там у них. Сейчас подделаем. Ну ладно, попробуем завершать им вот эту установку. Все. А они пока изучают. Он черная уже первая хочет идти, ну и белая сюда за ней. Стояло? Сейчас, минуточку. Ну что, устанавливаем мы последние им их развлекательные агрегаты.